Здоров, это ЧД. Смотрите, какая ситуация. Сейчас будет с 8 апреля по 11 апреля проходить открытый тест режима Reverse. Ну, это онлайн-режим, который будет встроен в Resident Evil Village. И в честь этого можно попробовать сделать небольшой флешмоб. Понятно, что канал у меня маленький и сообщество у нас небольшое, но вдруг кто-то посмотрит это видео или посмотрит те, у кого, допустим, есть большое сообщество, и присоединяться к нашему флешмобу. В чем заключается флешмоб? А флешмоб будет заключаться в следующем. Нужно будет перейти по ссылке, которую я оставлю в описании. Эта ссылка приведет вас в обсуждение в Стиме. Да, есть, в Стиме есть такой подзаголовок «Обсуждение», где можно оставлять фидбэк там и так далее. Там будет создана тема под названием «Рейд мод 3.0». Те, кто не в курсе, режим «Рейд», он появился в играх Resident Evil Revelation, первом и во втором. Это отдельный дополнительный режим, который, в первую очередь, основа его – это PvE. Ну, либо в соло проходить, либо в кооперативе. Но не PvP, а именно PvE. В чем его вообще превосходство этого режима? Во-первых, мы можем играть за разных персонажей не только именно серии Revelation, да, допустим, частей именно Revelation, но и предыдущих частей Resident Evil. Этот флешмоб делается для того, что, возможно, Capcom обратит внимание на эту тему, и в будущем Resident Evil Revelation 3 они его добавят, хотя, мне кажется, они его так добавят, но они его должны не просто добавить, а надо как бы дать понять, что у нас к этому режиму большой интерес, что нас особо не устраивает PvP-режим или Battle Royale во вселенной Resident Evil, а вот добротный, хороший кооператив или PvE, почему бы нет, это очень круто. Представьте, на движке RE Engine, да, мы сможем поиграть за персонажей, начиная там с 7-й части, ремейка 2-го, ремейка 3-го, 8-й части. И плюс за персонажей из игры непосредственно уже Revelation 3-й. То есть уже такая база. Причем можем поиграть не только за положительных персонажей, но и за злодеев. Да? За Аннет Биркин, за Биркина самого в человеческом облике, имею в виду. Да? Проходить миссии в локациях Raccoon City, там, в доме 7-й части, в замке. Возможно, 8-й части и так далее. То есть, представляете, это такой фан-мод для нас, который даст нам возможность в него играть долго, а я вас уверяю, предыдущий рейд-мод я играл много сотен часов, но с красивой графикой на движке RE Engine, понимаете? И этим флешмобом мы как бы даем понять, что нас очень интересует этот режим рейд. И будьте любезны, не запарите его, не сделайте из него очередной PvP, чтобы даже мысли не было туда добавлять каких-либо PvP. Это будет очень интересно для всех, потому что каждый из вас захочет вернуться в любимую часть Resident Evil, сделанную на движке RE Engine, сразиться с монстрами тоже со всех частей, с боссами со всех частей, и все это в одном режиме рейд мод, где есть прокачка персонажей, кастомизация оружия. Ну, вот это тот самый режим, который, на мой взгляд, будет интересен большинству. Просто поддержите, зайдите и в комментариях напишите любое сообщение. Допустим, Raid Mod Nice, все. И посмотрим на реакцию, почему именно сейчас. Потому что, когда пройдет бета-тест, Capcom обязательно зайдет в тему обсуждения, будет читать фидбэк по поводу каких-то лагов, ошибок. И если они увидят тему, которая нас собрала, допустим, большое количество комментариев, оно по рангу будет видно, то, может быть, они обратят внимание, почему бы нет. Заодно это такая небольшая тренировочка. Так как с нашим количеством подписчиков где-нибудь в Твиттере или на их YouTube-канале мы особо флешмоб не сделаем, это будет практически незаметно, но в Стиме, в обсуждениях на данный момент это реально будет заметно. Только слепой не заметит тему, где будет 200 плюс комментариев. Просто зайдите по ссылке и напишите «Raid Mod Nice». Даже если вам не нравится онлайн кооператив, то есть вам нравится только одиночный Resident Evil, вы тоже будете в плюсе. Иначе у меня такое предчувствие, что они переосмыслят Raid Mod и сделают из него PvP. Либо Battle Royale. Спасибо за внимание. Только огромная просьба, без негатива. Вы либо участвуете, либо не участвуете. Не надо писать в комментариях, да зачем это надо, вы ничего не сделаете. В жопу, вот туда, в сторону с такими мыслями. Мы тренируемся
перед глобальными планами. На этом все. Всем добра, бобра и увидимся скоро в новом видео.